Он 40-градусный, горький, с перцем и пряностями. У меня от него похмелье, мигрени и приступы ярости. Он прилетел с Юпитера, хрупкий, простужен, рваный. Вышиб ногой сердце, опустился на край переженного пеплом дивана. У него пальцы нервные, тонкие, ссадины, пластыри, смеется громко. Я ненавижу его, завишу, у меня от него ломка. Он стал моим адом, персональным дьяволом. Мы перемешаны, перешиты, связаны. Господи, дай мне сил сдержать себя, не убить его и не напоить ядом. Он же будет рад, если я из-за него сяду. Я называю его сволочью, ублюдком и гадом. И как наученный пес выполняю команду. Он улыбается. Это любовь. Посылаю его к чертям и лешему. Я убью его, а сама повешусь. Но когда он приходит домой, избитый и пьяный, я готова растерзать весь мир, начиная с тех, кто коснулся его взглядом. Задыхаюсь от любви и горькой нежности. Снимаю рубашку из трёпа нарвана. Он улыбается. Я молча несу его.